все замки. Вот. И я уговаривала вас его не покупать, но вы, короче, уперлись, типа, нет, мы купим. Я потом думаю, ну ладно, вы купите его, как испугаетесь, потом продадите его, типа, ничего страшного. Вот. И, короче говоря, мы с тобой убирались в одной из комнат, ты стояла в табуретке, снимала какие-то старые занавески, чтобы их выкинуть, а я что-то выгребала какой-то хлам из-под кровати. И, короче говоря, я вытащила из-под кровати клубок строп и всяких веревок. Вот, и он начал шевелиться. Вот. И я так смотрю на него, думаю, блин, там крыса или мышь, вообще что-то не похоже. Оттуда вылезает змея, начинает на нас на обеих смотреть. Она, видимо, голодная была. Она запрыгнула к тебе на эту табуретку, обвелась вокруг ноги. Я не знаю, что делать. Ты снимаешь, что ли? Не, Моню снимаю. Тима снимает Моню, а я тут рассказываю тебе свои страшилки. Ну, потом звук уберем. Ну вот. И, в общем, она обвелась у тебя вокруг ноги, вот эти щиколотка. Я смотрю и не понимаю, она, то ли она ужик просто обычный, но просто очень большой, то ли это какая-то опасная змея. Непонятно. И ты ее не боишься и говоришь, типа, только не трогай ее, типа, не зли ее. Я, ладно. И тут я вспоминаю то, что змеи, они едят крыс, хомячков там и так далее. Под одной из кровати там были крысы, прям, знаешь, логово такое. Я думаю, что ее надо оттащить туда и показать ей крыс, и она будет за ними охотиться. Вот. И все. Ой, ну ладно. Что, тебе не интересно? Все закончилось хорошо. Змея с тебя слезла. А вам сейчас это надо? Ну, мы тут просто кино смотрим с Тимой. Ну, сейчас посмотрим. Нет, мы смотрим на компе. Можно установить? Ой, сейчас, секундочку, слышу, выпьете меня. Ну, давай, сейчас я посмотрю, напишу тебе тогда скайп. А что?